Здорово, амигос, продолжается фурия. В этом видосе мы убьем еще одного босса, а если повезет, то даже двух. А если я вообще тупить не буду, то может даже трех. Ну а если я вообще охренею, то, наверное, четырех. Ну а если... Нет, это уже и так перебор. Ну, чувак, камон, ты можешь как-то быстрее двигаться? А, он сам идет. Вообще шикарно. Правильно, ходьба не самая интересная часть этой игры. И что же за охранник тут на таком перекособоченном камне? Прямо как сон, а ветерок, а покой, как будто мы могли бы взлететь и оставить это место позади. Но ты сам знаешь, все не так, как кажется. Мы тут застряли. А настоящий мир где-то еще там. Ты про охранника давай, мне похеру, где мы там застряли. Кто тут? Магистр иллюзий, наверное, какой-нибудь, да, крутой? Бля, музыка вообще огонь. Я как будто снова на Дэнди, бля, в Капитана Америку играю. Интересно, с кем на Дэнди сражался Капитан Америка? Я помню, бич какой-то здоровый и два чувака, которые летают и пуляются лазерами. Возможно, это были... Кто-то из них был Тони Старком, ведь сейчас же вышел фильм «Железный человек против Капитана Америкоса». Дэнди предрекла в свое время эту битву. А помните, еще был ПВП? ПВП режим. Вот в этом, в Капитане Америки, короче. Там вот был на выбор Капитан Америкос, лучник вместе с ним против, ну, на выбор, естественно, бич вот этот и два вот этих летающих хрена. Один из летающих хренов пулял лазером по горизонтали, а другой по диагонали вниз херачил. И, короче, Капитан Америка и лучник в этом бою были самые абсосники. А, это на прохождение, причем файтинг был. Или режим какой-то. Блять, напишите в комментах, кто играл, короче. Жесть была, да? Бля, ну и долго я буду вот эту херату наблюдать? Чем меня хочет поразить эта игра своей графикой или что? Может, мне надо дорогу запомнить? Быть здесь его выбор, ему несложно. Ну выходи, Кощей, биться будем. Кто-то в комментах метко заметил, что прошлый босс, вот эта баба на колесе, это ожившая лампа из Pixar. Ну, правда, она там прыгала, а не на колесе ездила. Но что-то общее есть. Тюремщик путь. Я представляю эту вакансию в газете. Вы не хотели бы быть тюремщиком? Вы будете один на каменном острове охранять одного единственного сраного зэка. Зарплата сдельная. Соцпакет минимальный. Отпуска нет. Welcome, Боже, маленький старый сморщенный негр. Растафариан Таргариен. Ну давай, Раста. Предсказал мой пакет. Давай лучше бабахнем трубку мира, чувак. Он еще в наушниках. Вау, стрельба отменяется, чувак. Я не могу убить тебя, но я могу вернуть тебя и вернуть тебя, пока ты не вернешься.
Это что такое еще? Какие циклы? Ты о чем? О, ёб твою мать! Я, блин, стесняюсь спросить, а... Блядь. Они ломаются или что? Я что-то понять не могу, что делать надо. О, одну проломил. Вон, они все-таки уменьшаются. Тут сразу так и не заметишь. Да, ну естественно, и мои пули начинают тут повсюду, бля, летать. А, сука. Адские рикошеты. Так, вот там хилса летает. От хрен тебе лысого. Говно куда забралось, ты посмотри, а? Старый козел, старый дед и старый козел. Блять. По-моему, мои же пули. В меня еще и самонаводятся неплохо. Блять. И это еще, по сути, бой-то даже не начинался. По-моему, он Шайнсунга косплеит. Я, говорит, вижу твое будущее, ты проиграешь. Я вот не знаю, есть ли разница стрелять по этим херовинкам силовыми или обычными. Ёб твою... Заебись. Ой-ой-ой-ой. Что если... ломать одну и ту же? Ну вот максимум несколько штучек, если ломать. А не все. Да, все равно, блядь. Тут все будет в этих. Сейчас. Да петух старый. Он свои волны пускает куда? В бреши? Блядь, причем вот, когда повторно мои эти попадают в эти херовинки, они уже ничего не наносят. То есть они просто рикошетят зад-вперед. Бля, они еще крутятся. А, да, хуй там, они вон как крутятся еще в разные стороны. То есть тут-то я себе дырочку сделал, хорошо, а дальше что? Да что, блядь, такое, не прокашляться. Пиздец. Блядь, какой бред. А из второго ряда уже вон большие улетают, да? Вообще феноменально. Бля, кто такую хуйню придумал? Наверное, чертежи этого босса нашли, блядь, в личных архивах Геббельса, сука. Да ёбаный в рот! Фармим, блядь, не то, что надо. Блядь, этот бой... босс чисто пистолетный, что ли, какой-то? Чисто охуевший, по-моему.
Падла. Что хоть хилоньки летают? Нет-нет, бля. Да-да-да, мне некогда читать твои субтитры, не отвлекай меня, старый хуй, я занят. Пытаюсь тебя убить. Ай, блядь! Сука, чек пенсионный, бля. Блядь, так нахуй, надо валить из этой плоскости, тут что-то много рикошетов слишком породил. Да, плакала моя милая стратегия. Делать какую-то одну узкую щель. Ох уж это мужская любовь к узким щелям, к узким пространствам. Ой! Что это? Что с ним стало? Что это он вылетел? Это ж опытный ты мой. Ой, блядь, а что это такое? Бля, меня просто колбасят этими хуевинами. Ебать. Пиздец, ну что за хуйня, как с ним драться-то? Че, что вылетают эти блядские... Ёбаная эпилепсия. Но я такое чувство, что я, блядь, и дамаг-то не наношу. Хули ждать, я сам убьюсь. Какой цикл, блядь? А что я должен делать сейчас, блядь? Я понимаю, что рывочки, хуёчки, все это, блядь, замечательно. У него жизнь-то отнимается, мне даже смотреть некогда. Он нихуя не отнимается. Сука, падла. Ну вот он покраснел, а что дальше? А это что такое еще? Ебануться. Деды гнутся. Ну что такое? Блять, пизду иди, старый хуй. Просто отмудохал. Куда собрался? Тут бы под Daft Punk все это делать. Уж очень цветомузыка, блять. Да и саундтрек вообще-то Daft Punk напоминает частично. Блять, старая. Ну пиздец. Его контратаковать почти невозможно. Слишком он резкий, блять, слишком резкий, пиздец.
Старое говно, и чё это? Блять, опять эта ебанатская фаза боя, бля, пиздец она длинная. Вообще не понимаю, что делать, когда он так делает. Ой, ёбаный в рот. Блядь, так интересно нахуй. Блять, вот они, конечно, хуйни тут нагородили вообще неимоверное количество, блядь. Все понимаю, блять, но это перебор. Я вот не на этой фазе боя засыпался, нахуй мне ее-то повторять. Тут одна из наиболее тупорылых и неинтересных фаз, по-моему. А еще раз сдохну, вообще сначала драться. Ну давай, ёб твою, ты ёбнулся. Пиздец. Все, хилки кончились, что ли? Мимо бьем, да? Вообще заебись. А, время остановил, пули лететь перестали. Давай, давай, старая паскуда. Сейчас, бля, посмотрим. Блять. Свина, блять, ты, как говорится, ебаная. Все, фаза пройдена. Бля, опять вот это говно. Пиздец, я просто не понимаю, чё они хотят, чтобы сделал-то? Блядь. Пиздец, чуваки, пиздец. Блядь, уебался всё-таки. Ну, одна. Лучше, чем ни одной, блядь. Ну, мало. И ту отобрали. Ну, а это что, блядь? Старый, завязывай. Блядь, старая. Где еще? Неплохо бомбанул. Нахуй ты попадешь? Давай. Бля, рано, ну сука. Пиздец, заебал. Ну тайминг говно, конченое, блядь, заебал. Блядь, он замахивается, через минуту только бьет у ебанок, блядь. Пиздец. А вон что надо делать? Пиздец, блядь. Да ну нахуй, обмудок ёбаный. Вообще нереально, блядь. Полная хуйня, блядь. Говно ебучее. Так, вот она, эта конченная фаза. Блядь.
Бля, вообще вот, сука, хуй просчитаешь. Босс, бля, вот на редкость ебаличный. Мне кажется, что это один из тех боссов, где абсолютно большинство, бля, игроков просто удалит нахуй эту игру. Блять, я просто не понимаю, как избегать из ебаных шаров. Так, чтобы насовсем. Потому что еще эти волны ебливые здесь же. Блять. Шарик мой, шарик. Wait. Ну давай. Да хули мне сейчас три удара и пизда. Okay. Я не могу, блять, смотреть на ебаные шары, на этого пидораса, когда он там появляется. Это пиздец самый настоящий, блять. Какой долбоеб это... придумал нахуй конченый, блять. Пиздец. Пиздец. Ну давай. Вот если бы хоть по очереди, блять, нет. Одновременные волны, блядь, эти хуйни, блядь, которые, пиздец. А рывок настолько уебанский, что, блядь. Вот когда большой радиус, это ладно, но, блядь, из маленького. Охуенно, все равно, блядь, шарик попадает. Я понял, главное тут не торопиться. Пиздец. Заебал нахуй гандон. Еще надо вовремя увидеть, что это хилочные, бля, шарики появились. И захильнуться ими. Вот сейчас будут хилочные. Давай еще, сука. Таких, как ты на денде, блядь, ебашил в кашу. После вот сейчас хилочные, давай. Блядь, одну только, ебаный в рот. Он их вообще рандомно пускает, блядь. Неважно, стреляю я по его столбику или нет. Ни одной, ебать, все лучше и лучше получается. Давай, давай. Мне похуй, что ты пиздишь, блядь. Шарики давай. Оу, oh, е. Yeah. Ну чё, давай, сейчас я, блядь, весь отличусь. Я тебе такой пизды дам, говно старое, блядь. Заткнула нахуй еблище свое. Давай, бля, лечебные. Вот они. Все, ёпта. Продолжаем. Блять, у этой кошки, наверное, чутьё, бля, надо открывать свое мяукало, бля, когда его нахуй вообще здесь не нужен. Когда я с боссами, блядь, в Dark Souls бьюсь, блядь, или там еще что-нибудь. Каточку тащу, блядь. Прийти, блядь, и мяука здесь нахуй. Ебанутое создание. Опа, хуй там, да, старый, чё? Не получается, бля? Это сука. Блядь. А, пули не работают. Пиздец. Кто такие тайминги сделал, блять, хуй ему в жопу надо заслать, блять. Я думаю, ему хуи в жопе наоборот нравится. Пиздец.
Давай гнидище, блядь. Опачки. Опачки, зашло. О. Юху, следующая фаза. А, хуй там, блядь. Блять. Следующую фазу мы, наверное, блять, не увидим, походу, с таким боем. А в чем дело-то? Почему я, блять, с первого нокаута я должен начинать весь бой сначала? Они, блять, там не охуели? Так, вот она, моя любимая фаза этого блядского боя. Вот она. Дошел почти без потерь. Блять. Ну, в смысле, без нокаутов, ну, бля. Такое ощущение, что у меня сейчас вообще до первого нокаута в любом случае игра идет. Не знаю, как так. Что, никто предлагает мне, блядь, сначала проходить, что ли? Хуй его знает, что они, бля, предлагают. Ну, идут они нахуй с такими предложениями. Бля. Давай, давай, шарики. Шарики мои, вот они, блять, один. Здесь. Больше не надо было. Давай, петух старый, где ты там? Опа. Блин. Когда же его пиздить-то? Как не сейчас. Давай, 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 мимо. Мимо, хуй тебе. И тут я... Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай, я готов. Почти. Опа, смотрите, сколько здоровья сохранил. Блять, Ван Дам старый, а? И что делает, блять? Это обезьяна, сука, из Короля Льва. Хуй тебе, лупоглазый. Давай, давай, давай. Блять. Вот это, блять, смесь таймингов. Вообще жесть. Разорвать мои булки. Босс этот собирается. А вот сейчас он что-то начал пиздеть не в тему. Да, 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 я прошел эту фазу. Блять, одна осталась. Вдохни, сосредоточься, и пиздец началось. Начинаем веселиться, начинаем песни петь. Разрешите для начала. Ёб твою мать. Лапки мне пизду одеть. Хей, хей. Блять. Сука. Я предлагаю включить песни Газманова. Тут такая дискотека, это своя атмосфера. Ебать. Что, мне надо все их уничтожить, что ли? Да ты выебнулись. Блять, пятая фаза всегда такая ебанутая в этой игре. Я вам хочу сказать, что это полная хуета. Да вы сами видите, наверное, что это хуета. Такая залупа, блять. Сейчас осталось только вот эти стеночки еще ставить. Из шариков, как он умеет. Блять, пацаны. Ебать, что делается? Он еще шарев напустил. Бля, он их из жопы, что ли? Блядь, забери свои анальные шарики назад, говно старое. Блядь, старая скотина. Ты что делаешь, а? Так. Желтый хотя бы дестроится, но, блядь. Ой, ёб твою мать. Он там их как икру метает, блядь. Чудом, 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 блядь. Чудом, чуваки, чудом, блядь. Зажало, зажало меня нахуй. Жирнова репрессии, блять. Тут уже у вас какая угодно скользкая жопа может быть. Ну, блять, один остался. Пиздец. Зеленых вообще нету. Все? Опа!
Опа, старого. Опа, разделали под орешек. Все, ёпты, выкуси нахрен. Члена богатырского. Колбаски, блядь. О, блядь, пиздец. Сейчас джойстик мне реально 220 каратнет в ладони. Мокрые, сука. Я ебалась. Я, блядь, на стриме проходил. Микрофон сожрал, наверное. Это с вырезаниями, возможно, серия сейчас будет идти минут 15. Поверьте, пока я тут переигрывал, это заняло час, наверное, блядь. Не, минут 40 я около пиздил. Давай отъезжай уже, дохни, блядь, а то сейчас еще один кубик откуда-нибудь появится. Ой. Он слишком много знал и в итоге помер. Look at the sky, he kept saying. The dot on the sun. But no one listened. Нахер мне ваша мудрость самурайская, следующего веди. Ведите гражданина осла. Ой, блядь, сердце закололо от таких нагрузок. Фу. Ну чё, блин, я думаю, что следующего босса в следующей серии, потому что, ну, блядь. Говорю, видео может получается не очень долгое, но времени каждая такая запись отнимает, ямонал. Фу, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, блядь, самому интересно, что ж там дальше будет. Я уже не верил, что этого-то пройду. Ну, блядь, все ради вас, напряг булки, блядь, все можно, блядь, очком орехи грецкие колоть. Все, короче, пишите, жмите.